Всем привет! Сегодня мы приготовим солянку сборную мясную. Итак, поехали! Для начала берем огурцы и начинаем нарезать их. Нарезаем вот такими пластиночками. Нарезали 3 соленых огурца и отправляем их в заранее отваренный бульон. Бульон у меня на курице, ну там филешка варилась, которую мы будем чуть позже нарезать. После чего берем 2 небольших луковицы и нарезаем полукольцами. Берем сковороду, добавляем сливочное масло и отправляем туда наш лук. И все это дело периодически помешиваем. После чего нарезаем колбасу. Тоже небольшими кусочками. У меня 2 вида колбасы. Если у вас больше, можете взять больше. Если меньше, значит меньше, без разницы. Все, что есть в холодильнике. Тоже такими пластиночками маленькими все это дело нарезаем. На небольшом огне обжарили наш лук и добавляем сюда колбасу, которую нарезали. Все вместе это тоже обжариваем. После чего нарезаем наших 3 сосиски и отправляем их кастрюльку. Все также нарезаем мелкими кусочками, чтобы было приятно есть. Так, курица нарезана, отправляем ее в нашу солянку. Слегка обжарили колбасу. Ее не надо выжаривать так, чтобы чуть запах пустил. И все, и можно отправить тоже это все дело в соляночку нашу. Сюда же добавляем оливки сразу с этим рассольчиком, который они и были. Всю полностью баночку небольшую. И сразу же добавляем томатного сока. У меня домашний, сколько влезет. Ну тут грамм 300 влезет, 400. Даже 500, наверное, грамм влезло. Все, накрываем крышечкой и 20 минут на слабом огне ждем, пускай это все, как говорится, поженится. А пока варится наша солянка, берем пол лимончика, чистим его. И опять же все нарезаем мелким кубиком. Добавляем лимончик в солянку. Солянка наша готова. Осталось только пробовать. Какая вкуснота! Пробуйте, готовьте. Всем приятного аппетита. Пока.